Общественные организации являются активными участниками формирования молодежной политики в Омской области. Реализуя программы и мероприятия для детей и молодежи, они способствуют созданию условий для самореализации молодых людей в различных сферах – профессиональной, творческой, научной, общественной деятельности. В Омской области действует 79 детских и молодежных общественных организаций, объединяющих около 70 тысяч человек. В рамках программы реализован комплекс мероприятий по поддержке детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Омской области. Ежегодно проводится конкурс социально значимых программ и проектов среди детских и молодежных общественных организаций и объединений. Профинансировано более 20 проектов. Создана универсальная площадка для обмена опытом и совместной деятельности руководителей и лидеров, фестиваль детских и молодежных общественных объединений и организаций. Ежегодно проводится конкурс лидеров и руководителей организаций «Лидер 21 века», объединяющий более 150 участников. Победитель конкурса 2013 года в номинации «Лидер детского общественного объединения» Владислав Светличный занял второе место в конкурсе «Молодой лидер России». Организовано проведение слета «Защита Отечества. Дело молодых» среди патриотических клубов и объединений Омской области. Особое внимание в программе уделено поддержке добровольческих инициатив молодежи. Одним из ключевых мероприятий программы по поддержке молодежного добровольчества стала ярмарка студенческих волонтерских проектов. Мероприятие направлено на развитие партнерства между студенческими волонтерскими организациями, поддержку наиболее востребованных добровольческих проектов молодежи. В этом году на конкурс представлено 16 работ. Участники презентовали реализованные проекты и проводили открытые мероприятия. По итогам конкурса будут определены победители. Призовой фонд составляет 90 тысяч рублей.